В этом видеоролике я хочу вас познакомить с тем, как закрыть вирусную вкладку с каким-то приложением. К примеру, вы в интернете что-то делали, нажали переход какой-то или что, или и вас перекидывают вот типа на такую страницу. Вот такая вирусная. Вот как в данном случае у меня сейчас. Предлагают установить расширение. Я говорю, нет, спасибо, не надо. Нажимаю отмену. Но, как видите, вкладка не закрывается. Они говорят, там, хотите установить, там, да, нет. Если не установите, можете быть заблокированы, там. Что бы вы ни нажимали, оно всегда будет вам предлагать установить это приложение. И, скорее всего, оно, возможно, даже вирусное. Как убрать эту вкладку? Потому что она никак не закрывается. Что для этого надо делать? Во-первых, посмотрим ее адрес. Вот. Ну, в данном случае timeexpert.biz. Так. Теперь нажимаем Shift Escaped, вызываем диспетчер задач. И вот здесь мы ищем эту открытую вкладку. Вот она. Нажимаем ее и нажимаем «Завершить процесс». Все. Окошко закрываем. И теперь мы нажимаем на вкладку «Закрыть», и она закрылась. Вот и все. И теперь у вас никаких вирусных страниц уже нету. Продолжайте работать, как и работали. На этом все. Подписывайтесь, друзья. Будет дальше интересней. Всего хорошего, до новых встреч!